Всем привет, друзья! С вами снова Александр. И давненько я вам не рассказывал о таких вещах, как электронные шезлонги, качели для наших маленьких детей. Вот. Сегодня я хочу вам рассказать о хорошо такой продающейся популярной модельке от компании Joy. Модель называется Sansa 2 в 1. Вообще, Joy делает действительно неплохие укачивающие устройства, причем неплохие, прям очень неплохие, они качественные, относительно недорогие, относительно, потому что есть бренды, которые делают практически то же самое, но ощутимо больший прайс, поэтому Joy такая хорошее соотношение цены-качество. И сегодня мы с вами одну из популярных моделек рассмотрим, что она из себя представляет. Это у нас люлечка, причем достаточно большая люлечка. Вот она, кстати, есть с возможностью вот, регулировки наклона спиночки. Здесь у нас мягкие матрасики, вкладыши, пятиточный ремень с мягкой накладочкой в паховой зоне. В общем, безопасностью ребенка здесь все очень-очень хорошо. Соответственно, материалы всегда используются очень качественные. И я не могу назвать их какими-то дорогущими, но очень-очень приятные и качественные материалы. Точнее говоря, не то, что дорогущими, я не могу их назвать какими-то очень премиальными. Они просто очень качественные. В общем, ладно, в материалах все понятно, ткани хорошие. Так, также у нас здесь есть возможность включать дополнительную вибрацию. Тут вот где-то внизу, да, вот тут вот батареечки вставляем. И, соответственно, включаем режим маленькой вибрации и повышенной вибрации. Здесь не то, что как ваш телефон жужжит в телефоне. Немножко это другая вибрация, которая немножечко так вот потряхивает и слегка успокаивает ребеночка. Можно усилить, можно уменьшить, можно выключить. Дальше, что самое интересное, у нас здесь есть блок управления, на котором, вот он, например, Power, мы включили, и сейчас давайте я включу на максимум все, что только можно, и вы прекрасно видите, что она у нас вдоль ездит по базе и, соответственно, вращательные вот такие движения совершает. Мы можем отдельно регулировать, например, давайте вдоль выключу, и она у нас будет только в стороны качаться. Можно сделать наоборот. Интенсивность этих вот позиций, режимов, она, естественно, меняется. Вот, смотрите, сейчас мы включил только поперек режим, туда-обратно. Можно потихоньку добавлять вращательные движения, убавлять эти. В общем, вы поняли, вариантов достаточно много, как вы ее здесь отрегулируете. Это вот за глаза, на самом деле, чтобы ребенок комфортно там уснул. В свое время, когда мы пользовались подобной вещью, это настолько нам облегчило жизнь, вот с первым ребенком особенно, что, я не знаю, готов был целовать эту штуку. У нас, единственное, от другого бренда был. Вот. И, соответственно, я считаю, вообще эти шезлонги недооцененной позицией для среди детских товаров. Я считаю, такие вещи надо обязательно брать для своего же комфорта, если есть финансовая, конечно, возможность. Вот. Очень полезная вещь. В общем, смотрите, дальше, что касается режимов, я вам все объяснил. Дальше, у нас здесь есть варианты музыкального сопровождения. Вот, например, сейчас включим музычку. Есть громкость, больше, меньше. Ну, такие классические мелодии, колыбельные, которые, знаете, из детства у нас у всех в памяти сидят. Что-то подобное. Наверное, вот это у нас самая известная популярная мелодия. Я надеюсь, слышно вам сейчас. Вот. Ну, это ладно, мелодии вы выбираете. Вы также можете выбирать, еще здесь сверху птичка нарисована, звуки природы. Звуки ночи, скажем так, когда сверчки, вот это вот все такое, фоновый шум, достаточно приятный. Птички щебечут лес. Очень успокаивает. Звук воды. Воды и звук тоже очень успокаивает, если что. Вот прям ручей. Со звуком природы, имеется в виду, птички щебечат. Ветер. Ну, в общем,
вполне себе достаточно звуковых режимов, чтобы ребенок комфортно там себе спал. Соответственно, вот мы видим, у нас она устанавливается на вот такой вот платформе с мотором. Здесь нет колесиков, перетаскивать ее нужно будет вручную, если вам это вдруг понадобится. Вот. И перекатить не получится. Питание у нас реализовано с помощью блока питания от сети. Вон я его подключил от розетки, то бишь на батарейках. Вот вся эта конструкция работать не будет. Так, смотрите, я сейчас, например, выключу. Все, остановились. У нас здесь есть ручка транспортировочная, назовем ее так, на которой висят штатные, идущие в комплект игрушки. Здесь мы что можем? Почему она вообще два в одном? Потому что она как колыбелька укачивающая с электронным приводом. И можно, соответственно, у нас использовать ее отдельно как переноска. Взяли с собой на кухню, например. Можно поставить, качать. Покачать без проблем. Она качается. Потому что здесь форма дуги. Если не надо, можно вот так вот распорку поставить, и она будет жестко стоять. Соответственно, вот вам второй функционал этого изделия. Все, соответственно, включаем обратно. Все, начало работать. Вот, собственно, весь функционал, который предлагает нам Joy Sansa 2 в 1. Я считаю, вообще обязательно, если есть такая финансовая возможность, приобретайте такие подобные вещи. Не обязательно это будет Joy, берите там другие бренды. Но Joy просто цена-качество очень хорошее соотношение предлагает. Это очень полезная вещь, которая облегчает нам жизнь. Не нужно на руках постоянно ребенка носить, да и приучивать к рукам тоже не самый лучший на самом деле вариант. Положили ребеночка, он себе там агукает, играет, музычку включили, уснул, не надо качать, подкачивать. Все, он там спит, ему там отлично. Соответственно, мы в это время можем делать какие-то свои дела по дому, в конце концов. Мамы часто не успевают даже покушать, приготовить нормально, потому что все время ребенок на руках, а если еще ребенок не один, то тут муж по вечерам будет голодный вообще. Это я так. Вот, соответственно, моя рекомендация обязательно к рассмотрению, если есть такая возможность, к приобретению, обязательно рекомендация. Естественно, выбор, как всегда, за вами, но я прям рекомендую. Если этот обзор вам был полезен, чем-то интересен, ставьте свой царский лайк, подписочку на канал не забудьте нажать. Вам это ничего не стоит, но это очень помогает развитию канала. Вот, собственно, и первой коляской за предоставленный шезлонг Joy на обзор. Спасибо. И вам спасибо, что смотрели. До свидания.